На пожаре в пятиэтажке погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в Киржаче. Сообщение о возгорании поступило в начале 10 вечера. На месте пожарные обнаружили, что из квартиры на втором этаже валит дым. Из подъезда эвакуировали 6 человек. Как выяснилось, в самой квартире горели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. На пожаре погибла пожилая женщина 1935 года рождения. Вероятно, бабушка взяла с собой в постель неисправную грелку. По предварительной информации дознавателя МЧС России, причиной пожара послужила неисправность электрической грелки. К ликвидации последствий привлекались 5 единиц техники и 16 человек.